Друзья, всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Нина и Владимир. А, в общем, у Владимира сегодня, вот смотрите, вот как разница питания, да? Вот у него сосиски, его любимые сардельки. У меня белковый омлет, вот какая-то вот эта вот непонятная бяка. А вот, помидорки, черри, ну и может быть сыр поем. Короче, всем приятного аппетита и хорошего настроения. Может, у меня что-нибудь получится поесть? Не знаю, что. Чай, кстати, себе сделал зеленый без сахара. Блин, у меня после вчерашнего, конечно, прям вообще горло болит, как будто я на каше был. Очень сильный. Всю глотку все разодрала. Немножко лимонного сока добавила. И все, без сахара, даже без сахара, извините, я вообще не хочу сладкий вкус. Да. Какая бяка. Какая бяка. Пробуем. Белковый омлет. Меня немножечко подгорел. Ну, как это так бывает. Посолила. Ну, в принципе, имеет место быть. В принципе, даже неплохо. Попробуем. Ну что? Яйца как яйца. Есть как яйца. А почему-то наливала я этот белок. Прям как вода вообще. Ну, отстоялся. Не знаю. Вот даже когда обычное яйцо разбиваешь, оно, знаете, оно получается как этот... Тянется. Да, оно тянется такое, знаете, как это, жиденько такое. Вот такое. А то вообще просто как водичка. Прям, не знаю, почему. Нет, в принципе, вообще нормально, вкусно. Я прям капельку молока добавила. А слышно масло. Нормально. Эту фигню я, наверное, выкину. Потому что она не работает. Я, по-моему, там фикс-прайс купила. Вот это вот, под яйца там. Типа, знаете, такие две луночки. Вот, туда разбиваешь яйца, ставишь в микроволновку. Ну, типа, чтобы не жарить их туда-сюда. Помню, что-то экспериментировал, по-моему, в прошлом году или два года назад. А, Вован, когда еще работал. Два года уже валяется. Так вот там этот, что было? У меня почему-то в микроволновку ставишь, то ли я времени засекал, то ли что. Короче, у меня все эти яйца нафиг разносились по всей микроволновке. Просто вам вся, блин, убитая была. Вот так вот. Ну что такое себя? Так. Надо поесть. Вот это, знаете, состояние надо. Так себя. Ну, по сути, я сейчас ем чистый белок, да? Нет. Ничего, ты пугаешься-то. Тебе хватит еды, да? Или еще что? Сардельчик, это... Ну, ты сам сказал, что ты не будешь окрошку. Поэтому я тебе салатику. Понимаешь? Ага. Слушай, ты вот чем-нибудь помажь губы, а? У тебя прям шелушатся сухие. У меня же в желудке ничего не было. Не смотрел, как люди голодают, а потом себя постепенно выводят из этого состояния. Получается, как это? Через 3 дня, после отсутствия еды, вообще полного, желудок перестает вырабатывать желудочно-кишечный сок. Вот. И, соответственно, останавливает свою работу. Вот. И если, например, после кладовки начать резко кушать, вы можете тупо вот так вот. Все опасно. Все эти экстремальные способы. Такое чего. Вон, давай активнее кушай. Ну, собственно, не быстро, а прям это смачнее. Ты у нас отвечаешь, что ты за мукбанг? А ты не, да? А я у нас это... Я оттеняю.
Сколько я времени работала? Видишь, он смотри, сколько наработала. Мозоль, видишь, как его натерла. Вот. В общем, короче, если омлет не сжечь, ну или хотя бы там аккуратненько, имеет место быть. Ничего плохого, просто в белке я не вижу. Чистый белок. Что там, пару ложек, наверное. Но, судя по яйцам, яйца 2-3 у меня ушло. Вот сейчас. А, ну, походу, придется тебе доедать. Дам тебе кусочек вот. Ну, пожалуйста. Ну, выкину. Я знаю. Не хочу я. Я бы жил. Хотя чувак, он жрет колечки и худеет, блин. Пытаешься что-то держать. Не, вот эти БЖУ, они прикольные, когда вы действительно на своей воле, когда вы действительно вот прям вот, ну просто вот считаете калории там туда-сюда. Вот это да. С этим лекарством вот это БЖУ вообще ни хрена не работает. Потому что вы тупо не хотите есть. Если вы будете пытаться выполнить свою норму по белку, у нас это просто все выйдет. Так что сочетать БЖУ, вот это вот, пониженные калории, вот это, ну, тут уже радуюсь, хоть что-то в себя засунул, уже хорошо. Вот так. Я у тебя это удержалась. Так, бодренько ем. Вчера тоже ела, прям так, хорошо. А потом было не очень хорошо. Ножки свои жуй. Чё, помидорки? А я что делала? Я хочу сыр выкрасить, пора. Вот не тот сыр, который я брала. Вот какой-то. Да, какой-то другой. Не нашла, кстати, тот сыр, который брала потом. Надо, кстати, найти. Реально. Чекок. Что за сыр-то брали? Ты что-то искала, не нашла. Вот этот последний был вкусный вообще. Мне прям понравился. Жасмин, ребята. Ладно, хоть жасмин. А не ромашка. Ой. Не сыпь мне соль на рану. Не сыпь мне соль на рану. Она еще болит. Можно, кстати, если не хотите тратить деньги на вот этот вот белок, чисто отдельно, есть вариант просто вот отделять желтки от белков. И все. То есть я посмотрела в желках, очень много жира. Жир, холестерин, этот весь как раз в желках находится. А в белке чисто белок. Так называется, белок. То есть там поток воды. Армению. Все. Вот вам глобальное потепление. Thank you.
Что, кстати, заметил вот эти сильные вот эти издержки, скажем так, на 4-5 день укола. Ну, по крайней мере, у меня. У меня в прошлый раз так же было. В воскресенье, понедельник у меня крыло. Вот. А потом полегчало. Перед уколом. Но... Так. Не хочу я. Что осталось на тарелке? Не хочу. У меня просто страх какой-то даже. Если поедем, я... Оба, останови. Он опять коронавирус нам какой-то подобрался. Не хорюйте. Ешь, грибьёдики. Опять вакцинация. Надо суп сварить куриный. Хороший легкий суп. Вот супы у меня усваиваются просто мрак. Особенно куриный. Точно. Я сделаю, короче, куриный суп. Будет вкусняшка. Там считать все вместе есть. В общем, считать калории я не буду. Сколько съела, столько съела. Пытаться там белками там попивать тоже не хочу. Потому что, ну... Засовывать себя, тоже такое все. Норму выполнять. Нафиг это фигня. Главное выжить. Как вы постоянно написали, да за счет твоих запасов ты там несколько лет продержишься. Ну, посмотрим. Продержусь. Или нет. Да. Че ты колбаску не ешь? Че, наелся? Сосиски. Как так вот? Ну, так вот. Чем муж кормить, не знаю. Надо что-то готовить в малых количествах. Уж не факт, что я это съем. В общем, вот. Менялось. Ну, ты знаешь, вот у меня есть ощущение сытости. Точнее, у меня нету вот ощущения голода. Еще удивительно. Мне достаточно. Вот реально. Вот. Грустно. Грустно. Чай что-то дурацкий был. Жасмин. Короче, чай с жасмином я вот лимон еще добавила. Вообще фигня полная получается. Чай зеленый с жасмином – это фигня. Ягоды попробуйте. Он орехи ловко сжег, как конь. Толстеет. Я бы посмотрел калорийность, я вообще охренела. Да, Вова. А тут с горстями жрешь их. Толстею прям. Да. Я сегодня не взвешивался. Вот, сейчас поел, где взвесил. Да, да, да. А что ты это не ешь? Колбаску ты. Потом съем. Вечером. Вкусно этот виноград прям вообще. Обалденно. Виноград хочется. А что-то такое невкусное не хочется. Киви, кстати, тоже вчера было вкусно. Так что вот. Ладно, не буду мучить вас своей кислой рожей. В общем, девочки, кто со мной, худеет, не худеет, все рассказываю, как есть. Опять же, повторюсь, лишний раз. Девочки, 1000 раз 200. Надо ли вам, не надо. Если прям совсем пиздец, да, и назначил врач, и сами знаете, что не можете, ну, попробуйте. Но... Я вам говорю про все издержки, какие оно есть. Вот такое вот состояние.
все рассказываем, то показываем. Не, показывать, конечно, я не все показываю. Вчерашнее не показываю. Там зрелище не заслободило. Прохожу вместе с вами путь. Как говорится, у нас реальная жизнь. Без прикрас, без вот этих улыбок. Ой, как я хлясю, ем шарики и худею. Нет, вот оно как-то по-другому. Все, мы с вами увидимся в следующий выпуск. Всем здоровья, счастья, любви, позитива. И увидимся в следующий выпуск. Пока-пока.